В Сургуте избавляются от брошенных на улицах автомобилей. В этом месяце такими признали более 60. Решение об их дальнейшей судьбе примет специальная комиссия, но, как правило, их ликвидируют за счет средств местной казны. Ведь найти, кому принадлежит автохлам, непросто. Но даже если и удается установить собственника, владельцы техники, как показывает практика, отказываются от такого имущества. За год, у нас 22 год, было 81 машина, это только передано в департамент городского хозяйства. Эту информацию они собирают, то есть, и полностью уже выносят это на комиссию. Раз в два месяца создают комиссию, чтобы принимать все наши, то есть все документы, акты по этим машинам брошенным, и принимают решение, чтобы вывезти эти автомобили. Вывезенные транспортные средства перемещаются на специализированную стоянку, где они ставятся на передержку. Потом уже, если в течение короткого времени объявляется собственник, то он машину забирает, оплачивает расходы по транспортировке. Ну а если собственник в течение определенного времени не определяется, то, соответственно, машина утилизируется.